капитан, ты матрешник. Я не могу добраться до базы. Отправляйтесь в штаб десанта для перегруппировки и ждите дальнейших приказаний. Эй, ты! Сюда быстрее, торопись! Я думал, вышел только я. Оказывается, еще и ты. Что-то случилось. Не знаю, что. Пронеслось, как волна по всей базе, и люди стали меняться. Это так страшно. Я был тут, работал в вентиляционной шахте. Не знаю, как мне удалось выжить. Приведи помощь. Пожалуйста. Стентон, таможенный инспектор Марс-Сити. Не знаю, кому следует сообщить об этом, поэтому я решил разослать свой отчет всем, кому можно. Если вы получили это сообщение, прошу вас ознакомиться с ним. Это очень важно. Меня очень тревожит положение дел с получением и отправкой грузов. Меня, как таможенного инспектора Марс-Сити, должны ставить в известность обо всех прибывающих и отправляемых грузах. Кто-то действует через мою голову, так что данные о некоторых грузах ко мне не поступают. Это недопустимо. Я, разумеется, упомяну об этом в рапорте. Так не положено. А в случае чего крайним буду я. Не знаю, кто разрешает принимать и отправлять грузы без декларации, но теперь все зашло слишком далеко. Когда я пытался запретить отправку последней партии контейнеров в Дельту без таможенной очистки, один из грузчиков грязно обругал меня. Я немедленно написал рапорт и на следующем совещании поставлю в известность начальника грузоперевозок. Конец записи. Yeah.
Доктор Кисьен, врач Марс-Сити. Я только что вышел с еженедельного совещания медперсонала. Больше всего говорили о гигантском всплеске психических расстройств, который недавно обрушился на базу. Судя по числу докладов, эти симптомы проявляются у 10% всех людей на базе. А учитывая, что многие не обращаются с такими проблемами к врачу, это количество может достигать 30-40%. Проблемы возникли даже у медиков. Так мы лишились нескольких медсестер и двух хороших врачей. Я собираюсь подать официальный запрос, чтобы следующим рейсом сюда прислали еще двух психиатров. Двое наших крайне перегружены. И то, что им приходится выслушивать от пациентов, уже начинает влиять на них самих. Доктор Маркисьян, 15:47. Пациент Джонатан Уиллс был госпитализирован после неоднократных жалоб на бессонницу и тошноту. По словам медсестры, когда Уиллса отвели в смотровой номер 5, он вел себя вполне нормально. Но когда я пришел его осматривать в 16:10, личность пациента успела претерпеть значительные изменения. Уиллс бросился на меня со скальпелем. Наверное, украл его из шкафчика с медицинскими инструментами. Мы с санитаром смогли его зафиксировать и вколоть успокоительное, не причинив вреда ни себе, ни ему. После ввода транквилизаторов диагностика, разумеется, стала невозможной. Но за те 20 минут, что пациент оставался без присмотра, он успел вырезать себе на руке 3 символа и разрезать себе язык пополам. Я могу лишь догадываться, что послужило причиной его психоза. Надеюсь, вскоре нам пришлют еще несколько психиатров. А пока, во избежание повторных инцидентов, все медикаменты и опасные предметы будут заперты в шкафу изолятора. Код замка 347. Конец записи. О боевом духе солдат. Боевой дух понемногу начинает снижаться. Пока волноваться не о чем. Я держу моих ребят в форме, но события на базе начинают отражаться и на солдатах. На базе происходит много странного, непонятного. Я думаю, это все из-за экспериментов, которые проводит UAC. Законов здесь нет никаких. Так что экспериментировать можно с чем угодно, никаких ограничений. Постоянно все новые люди пропадают без вести. Нет, конечно, не десантники, а гражданское население, но все равно. Вывод? Не знаю, что тут творится, но ребята на взводе. В данный момент нет смысла поднимать тревогу, но я прошу сменять отряды каждые 3 месяца, а не 6, как сейчас. Сержант Тайсон, конец записи. Солдат, не верится, что ты еще жив. Не могу вернуться в Марс-Сити. Я сейчас в комплексе Дельта. Все выходы отсюда перекрыты. Устраиваю здесь командный пункт. Из администрации Дельта можно отслеживать состояние всей базы и связываться с остальными десантниками. Твоя задача — встретиться с группой Браво
и отправить сигнал СОС. Иди через комплекс Альфа. Так быстрее всего. Я дам тебе все необходимые права. Молодец, солдат. Удачи тебе. Своих сотрудниках. Услуги профессиональные. Человек подходит.